Да. Ну не расстраивайся ты, Господи. Ну нельзя же на детей. Не буду. Ладно, молчу. Я все перевожу. А, да. Все крики. Дядя Юр, тебе чайку, кофейку, чего? Нет. Ну что, может, ты что-нибудь покушать хочешь? Курили, не, супчики, не, 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 хочешь? Не, не, нет. Ну, похож дядя Юр на дедушку-то. А как же? Она, а это самое, она Гришу. Если рядом нам садится, то мы... Да. А у папы нос такой, у вашего папы, как у дяди Юры, у них носы одинаковые. Да, Гриш? Да? А Гриш согласен, да, Гриш? Ну ладно, тебе Тим, не Тимчик, Тим, а я Тимофеев. А он тоже знаешь, Тимофеев. Он тоже Тимофеев. Да. Юрий Александрович, это Игорь Александрович. А вы Петровичи. А вы Петровичи, да. Это Егорыч, это Тимыч. Георгий. Юрий Георгий, да, можно покрестить. О, Георгий, да. Ты все знаешь. Егор, если тебя покрестят, ты тоже будешь Георгием. Да. О, Тима показывает, как он лазит умеет, да. А до потолка долазить можно? Не-не-не, он только не до потолка. Я раньше мог. Можно с носок. Нам только пока ноги на босые, чтобы были. Да. Спускаться чтобы они прилипали к столбу. Да-да-да. Гриша полез показывать свое умение. Я полезу следующий. А что ты? Я уже носки. Да-да. Какой же ты длинненький уже. Это да. Восемь лет. Давай, до потолка дотронься. У него все в рост идет. Ура! Чемпион! Ой, дядя Юра. Егор чемпион. Егор, споешь нам, а ребята да. Поют, а? Вот наша гордость-то. А дядя Юра тоже, знаешь, как я поет? Я тоже петь умею. Да, он будет подпевать, давай. Ой, как поет, дядя, я плачу, когда они поют «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Башку прямо рыдаю. Не рыдаешь, ты просто ну, потому что я сдерживаюсь. Да ладно, вниз спускайся. Я